Всем доброе утро. Сегодня 5 августа. День солнечный, утро начинается солнечное. Сегодня празднование Почаевской иконы Божьей Матери. Пресвятая Богородица, спаси нас. Она всегда видимым и невидимым образом присутствует в нашей жизни и помогает нам. Решила блинчики с утра сделать. Большие блинчики решила пожарить. Такие вот блинчики получились. Сейчас будем завтракать. Сейчас позавтракаем. Блинчик у меня с вишневым и яблочным вареньем. И будем заниматься делами житейскими. И облака на небе. День солнечный. Но нам как-то грустно. От нас уехал внук сегодня. И как-то так в душе грустно. Остался Мишка, которого дарили ему на день рождения. Остался с нами. Тихий вечер. Спокойный. На улице уже совсем потемнело. Так грустно. Когда уходит что-то хорошее, или где-то побываешь в хорошем месте, вспоминаешь только, что было, как здорово, какая счастливая была жизнь. Также когда уезжает кто-то, грустно. Такие два стихотворения написала. Нельзя войти в одну и ту же дверь. Нельзя прожить нам жизни без потерь. И там, где было очень хорошо, оттуда счастье бывшее ушло. И не найдешь следов его теперь. И не войдешь обратно в ту же дверь. Но не грусти, ведь жизнь еще идет, и счастье, радость новая придет. Еще одно стихотворение. Жизнь делает изгиб, вновь в жизни перемена, и счастье очень зыбкое. Уходит непременно. Лишь отголоски радости мне сердце согревают. Сокровище нетленное в душе не исчезает. Потому что все эти минуты, дни, вся эта радость духовная, она остается в сердце, в душе. Мы памяти своей перебираем ее, вспоминаем все эти минутки радостные. И это никуда уже не отнять у нас. Это поэтому будем молиться друг за друга и желать добра, доброго пути. И ждать новых встреч, новых радостей. Всем всего доброго.